Астана-балет встречает лето главным событием года – Eurasian Dance Festival 2019. Лучшие балетные компании мира соберутся на одной сцене, чтобы показать мировые шедевры, народное творчество и современную хореографию. Стань первым, кто увидит искусство танца из Праги, Токио, Санкт-Петербурга, Киева, Берлина, Будапешта и Нур-Султана. Не пропустите! Самые захватывающие кадры выступлений в дневниках Eurasian Dance Festival на Казах ТВ. Самое главное, он завершается успехом, зрительским успехом. И мы понимаем с каждым годом, что балет и классическое искусство все больше и больше ценится и востребовано в нашей столице. И мы этому очень рады. И я считаю, это самое большое наше достижение, что на нашей площадке, в нашей молодой столице, под сводами двух прекрасных театров, нам удается вот уже третий год подряд объединять лучшие коллективы. Здесь очень хорошая сцена, очень комфортно. Я почувствовала это, как только опробовала ее. Люди здесь охотно помогают настраивать свет и музыку. Невероятное гостеприимство. With the lighting and the music and great hospitality as well. Это большое достижение, что нет билетов, что есть ажиотаж. И мне кажется, это и есть успех. Это и есть успех, что все новый и новый зритель приходит на балет, ценит это искусство и остается в театре постоянным нашим гостем. Я убираю свет в зале. На сцене ЗТМ на Шахерезаду готов. Концерты это показывают разные отрывки с разных спектаклей, и здесь можно увидеть очень много интересного. Eurasian Dance Festival дает возможность, допустим, лично мне даже или артистам Казахстана, даже не выезжая за рубеж, участвовать на международном фестивале такого масштаба и показать свой уровень на сцене с приглашенными артистами, с приглашенными ведущими солистами разных театров. И показать и даже оценить свой уровень мастерства. Очень волнительно, потому что каждый раз, когда я в Казахстан прилетаю, это как будто бы я дома. То есть у меня здесь очень много друзей. Знаю, что они будут смотреть. Мне, конечно, безумно приятно. Хочется показаться хорошо. Хочется с ними поделиться радостью, молодостью, искусством и... Здесь я себя чувствую как дома. Здравствуйте, не надо вроде, не надо. Красотка сидит. Скажите, Аллах нельзя у вас попросить? Да, завтра, значит, здесь есть. Сейчас уже провели репетицию сценическую, проверили все артисты свет, узнали, кто за кем выступает. Сейчас идет подготовка к спектаклю, точнее, к гала-концерту. Я не знаю, может, все немного волнуются, но точно знаю, что все очень рады, что фестиваль прошел очень хорошо и закончится на такой прекрасной ноте. Очень классно, все, знаете, с душой, с харизмой такой, в общем, ну, мы в восторге. It's wonderful, it's lovely. Просто невероятно, очень красиво. Я насладилась, увидев столько разных артистов из разных театров. Они танцуют абсолютно разные стили.